И вот этот продукт, неважно, есть у вас сегодня машина или нет машины, вы можете здесь зарабатывать деньги. Мы вам даем франшизу на год, то есть готовый бизнес под ключ. Вы получаете возможность подключать людей в интернете и на земле. И мы вам будем помогать. Во-первых, у нас очень сильное обучение, сильнейшее в мире обучение. Я являюсь сертифицированным тренером от Брайана Трейси. Наша программа совместная стоит более $500. Более $500. Мы проводим разные тренинги. И сегодня я сделаю часть рассылки с полезной информацией о том, что будет происходить, какие тренинги будут происходить. Так вот, сейчас мы запускаем турне по городам. 17, 18, 19 августа, Новосибирск. Вход свободный. Благотворительный тур. То есть вы будете получать знания, рекомендации. Вы будете знать, что делать в кризис. И так далее, и так далее, и так далее. Дальше что мы с вами видим? Москва. 20, 21, 22 августа. Бишкек. 24, 25, 26 августа. То есть это эксклюзивный тур нашей команды, где мы будем обучать лидеров разных компаний, что делать в кризис, какие нужны навыки, что такое системный бизнес и так далее, и так далее, и так далее. Теперь, друзья, я хочу вам представить Телемост. Это люди, которые сегодня объединились в общую идею. Это общая миссия, это успех вместе, то есть помогать людям. И это лидеры разных компаний в Киргизии. То есть они объединились в одну упряжку, они теперь в команде «Успех вместе», и у них большое будущее вместе с нами. Я прям не дождусь встречи с этими удивительными людьми. Это просто невероятные люди. Это люди, которые трудолюбивые, это люди, которые сегодня уже имеют результаты. И я каждого из них уже практически знаю, горжусь ими. И жду не дождусь нашей встречи в Киргизии, общих тренингов и отдыха вместе с ними на Иссык-Куле или еще в каких-то других местах. И вот эти люди всего в бизнесе находятся кто-то полмесяца, кто-то месяц, кто-то еще два месяца не находится, кто-то два месяца. Но их доходы уже 80 тысяч, 50 тысяч, 20 тысяч. И согласитесь, это круто. Такие доходы. Сейчас я сделаю телемост. Себя я с видео уберу, чтобы было лучше видно их. И я сейчас сделаю, звонок. Готовы? Давайте узнаем, как этот бизнес сегодня развивается, какие доходы у людей, что об этом думают люди. Не против? Итак, делаем звонок. Начинаем созваниваться. О! Доброе время! Доброе время. Так, друзья, уберите у себя звук на компьютере в Бишкеке. То есть убираем звук. То есть в «Успех вместе» зайдите и на конференции вот здесь звук уберите. Убрали? Молодцы. Убрали. Так. Как настроение, Бишкек? Отлично. Отлично? Да, молодцы. Правда. Говорят, вы нашли золотое дно, золотую тему. У вас такие хорошие результаты. Весь мир смотрит в вашу сторону. Многие уже говорят о том, что Азия говорит, Казахстан говорит, Киргизия говорит. О том, что у вас будет событие значимое в Бишкеке. И прям сотни людей прям будут присутствовать на вашем событии. Так ли это? И вообще, как у вас результаты, как жизнь? Поделитесь своими мыслями, какие доходы, как работает продукт, что у вас об этом люди говорят. И вообще, вам нравится то, чем вы занимаетесь? Представьтесь, мы хотим знать своих героев. Да, совершенно верно. Меня зовут Максим. Я в этой компании с мая месяца. Я сперва хочу получить случай благодарить своему спонсору, который меня пригласил в этот бизнес. Это я очень благодарен, что она мне дала эту информацию. Сегодняшний день я очень благодарен этой компании. Андрей Анатольевичу благодарен, что великолепный такой продукцию нам подарил.
Мы вообще ошарашены, такая продукция очень хорошо работает. Мы действительно зарабатываем деньги. Сегодняшний день у меня заработок в сети 30 тысяч, я от продажи более 70 тысяч, где-то 100 тысяч я зарабатываю в этой компании. Благодарны этот успех вместе мы интернете работаем и на земле работаем. У нас здесь в Бишкеке офис, люди очень довольны, отзывы очень хорошие. Мы рады, что есть такая компания у нас в Казахстане. И мы вот скоро в августе будем грандиозные события здесь делать. Идет нам наш наставник Андрей Артурович, очень ждем. Сегодня у нас будет с вами встреча по скайпу. Я аж мурашки бежит по коже. Мы с нетерпением вас будем ждать в этом городе. И я хочу еще представить моего лидера, одного из моих лидеров. Я здесь. Здравствуйте, Андрей Артурович. Я в этой компании работаю, можно сказать, легко. Я вам очень благодарен, что вы организовали такую великолепную компанию. Я в этом месяце заработал где-то 60 тысяч рублей. Ого-го, 60 тысяч уже заработали в этом месяце? Да, в этом месяце. Я вообще рад искренне за вас. Я, мой метод работы, я открываю точки СТО на станциях техобслуживания, автомойки и организациями тоже договариваюсь. Вот мои точки. Я приеду обязательно, съезжу вместе с вами на эти точки. Спасибо. Да, поддержу вас. 60 тысяч – это хороший, достойный доход. Это действительно солидно. И это же только начало. 60 превратятся в 600. Да? Обязательно. Обязательно будем работать. И еще что будет, думаю. Согласен. Еще вот еще другие точки. Так, сейчас. Да. Вот вижу, да, реклама. Отлично, классно. Значит, СТО, мойки, да, делайте, да. Точки, рекламу, и прям спрос идет большой, да? Всем нравится. Машины сразу меняются. Двигатель, работа двигателя меняется. Экономия топлива сразу всем не отвалится, хорошо? Супер! Спасибо вам! Спасибо, рад видеть! Добрый день, друзья! Рад приветствовать вас всех на портале «Успех вместе». Меня зовут Александр, я из Бишкека. Я нахожусь в компании недавно. Заказал продукт. Пользуюсь продуктом, сам рассказываю людям о продукте, получаю хорошие деньги с продаж на земле продукта, плюс ко всему развиваю свою сеть, структуру в интернете, плюс делаю все, что говорит наш наставник Андрей Артурович. Сильно волнуюсь, уже раз такое. Ну, спасибо вам большое, Андрей Артурович, за такую предоставленную возможность. Продукт очень хороший, мы сами все пользуемся, всем советуем, получаем хорошие деньги. Спасибо вам. Скоро я приеду, все вырастет в разы. Мы очень вас ждем. Ждите, приеду. Здравствуйте, меня зовут Назгуль. Я сегодня первый день. Сразу покупала вот такие партии, видно. И этот, мне очень понравился ваш этот продукт. Я коротко говорю, на все 100. И я планирую с Таджикистаном предлагать вашу продукцию. Попробуем дальше работать. Спасибо. Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые партнеры. Здравствуйте, Андрей Артурович. Со мной уже многие, наверное, знакомы. Зовут меня Зульфия, я из Бишкека.
Ну, как я рассказывала, что эта компания, в принципе, еще двух месяцев, нет, 18 года, как два месяца. Но мои доходы растут на данный момент. Для меня это, считаю, нормально. 50 тысяч за июль месяц и немножко прихватило август. Вот, это доход от продаж, структура растет, все замечательно, очень хорошие отзывы о продукции, именно о компании. Приходят нам благодарности, вот даже на данный момент, сегодня с утра уже были две благодарности. И, в общем, мы очень довольны. Андрей Артурович, это большое спасибо. Если бы не вы, наверное, мы бы не смогли иметь такой доход, потому что вы сами знаете, сейчас везде кризис. Работу тяжело найти, а в данной компании, в вашей именно компании, в команде «Успех вместе», мы достигаем того, к чему мы стремились и идем. В общем, все замечательно. Как я уже и говорила, я теперь уже не переживаю о том, что будет завтра с моими детьми, что я им дам, что я оставлю после себя своим детям, своим внукам. Большое вам спасибо. Пожалуйста, это только начало, у нас очень большое будущее. Здравствуйте, всем привет на портале «Успех вместе». Меня зовут Искандер Миля Кадыркулов. Спасибо вам, Андрей Артурович, за ваш такой позитив. Спасибо своим спонсорам. Это у меня Максат Шаменов, мой верхний спонсор. Мне действительно очень понравилась ваша продукция этой компании «Топливода». Замечательная. У меня столько отзывов. Люди пользуются этой продукцией, пишут через СМС, те, которые, допустим, в дальних регионах, свою благодарность. И действительно, эта продукция уникальна. Сравнивая с другими продукциями, это катализатор, это уникальная продукция. И увидев сегодня вот телемост, то, что вот так это все организовали, действительно, мы благодарны, и Крестанцы, вот наши коллеги, очень довольны этим. И, конечно, в связи с этим, участвуя в этом процессе, у меня действительно же повысились мои чеки, структура у меня получается, как бы улучшается, больше становится приглашенных. Вот, и я действительно говорю большое вам спасибо, Андрей Викторович, и ждем вас у нас в Кыргызстане, в солнечном Кыргызстане, на Иссык-Куле, и приглашаем всех, кто участвует в этом грандиозном проекте, куда ехать в Кыргызстан, тоже поднять как бы дух бодрости. Так что приезжайте, будем ждать вас. Это моя миссия, я приеду, сделаю все возможное, чтобы наше благое дело процветало, чтобы люди поднимались, чтобы на планете была экология, и чтобы люди видели, что существует доброта, и не только связанная на деньгах, но и на общем деле. Большое спасибо. Привет. Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Кенжегуль Парханова. Мой спонсор Ураз Парханова, сестра моя родная. Я работала в этом с продукцией с декабря месяца, с сыном. Одна работала, можно. А потом сейчас нашла такого человека, Махсата. И вот после этого у нас началась вот эта работа. Я благодарна Махсату здесь, вот Аваз, Искандер, Сергей, Зуля. У нас хорошая команда. Я уверена, такими командами мы пойдем далеко. Спасибо большое вам за такой продукции. Ну, приезжайте, мы будем ждать вас. Уже скоро, сам не дождусь этой встречи. Ага. Спасибо большое. Пожалуйста. Итак, все. Еще кто-нибудь будет выступать у вас? Все, время не будем больше снимать. Ну, тогда давайте так сделаем, друзья. Я рад, что увидел сейчас вас всех еще раз. Я желаю вам благополучия, успехов. Вы наша гордость, вы пример для многих людей.
И я думаю, что мы совместно будем людям помогать именно делать бизнес правильно. Это правильными поступками, правильными мыслями, правильным подходом. И это только начало, потому что я думаю, что мы напишем с вами несколько томов наших светлых историй. И эти истории будут читать наши дети, внуки, и будут радоваться за нас, как мы с вами на этой планете создали что-то интересное, оставили след и помогли многим людям, в том числе и своим близким, и тем людям, которые живут на этой планете. Всех обнимаю, удачи вам, и жду от вас информации по следующему звонку. Мы обсудим с вами, опять же, прилет, обсудим с вами зал, и Бишкек, вы просто не представляете, что у вас будет, когда я прилечу. Это будет грандиозное выступление, я готов. И мы зажжем Бишкек, он будет гореть большой-большой звездой. Всем счастливо, и сейчас я перехожу на портал. Спасибо. Итак, друзья, я просто потрясен нашей дружбой. Я счастлив, что наши люди сегодня имеют возможность действительно что-то делать великое в этой жизни, несмотря на то, что, в принципе, каждый из нас, с одной стороны, является простым человеком, медсестра, инженер, механик. Но запомните, мой наставник сказал так: ты, когда родился в роддоме, тебе никто не дал бирку, что ты инженер или ты монтер, или ты пекарь. В твоем разуме есть место для больших событий в этой жизни. И все, что ты в разуме представишь, вот это и осуществится. Как мыслишь, так и действуешь. Как действуешь, так и живешь.